Guten Morgen. So, ihr seht, wir werden uns heute auch wieder, so wieder heute mal, vielleicht mal ein bisschen mit meinem Herkunftsland beschäftigen. Und jetzt möchte ich, also dass irgendjemand von euch versucht, das vorzulesen und dann auszusprechen. China. Ja, wir versuchen, wir versuchen. Nora? China. Oh, gut, gut, das ist schon fast. Gibt es noch irgendjemanden, der das versuchen möchte? Stutschenschina. На Тарханова в Минске напротив в детском садике рос всегда боярышник. Так по нему скучаю, что купила себе и посадила, но он, бедно, зачахнет скоро, потому что у меня нет времени ухаживать. Я про Тарханова вообще даже говорить не могу, честно сказать, потому что дом снесли, и я знаю, что я больше никогда в жизни туда не поеду. Вот именно, даже если я буду 100 раз в Минске, я больше никогда туда не приду, потому что я этого не перенесу. То есть это внизу был садик, там Тимирязева, Комсомольское озеро вниз. Я помню еще, как стелу строили. Там же вокруг Комсомольского озера еще коровы паслись. Там не было никакого дворца. Там был яблоневый сад, где мы кроссы бегали. И я это не могу видеть. Я не знаю, я не могу это видеть. Ja, ich wollte mit euch heute über Sprache, weil als kleines Kind hieß es bei uns, und das war so politisch gemacht, belarussische Sprache, das ist die Sprache der Dummen oder die nicht gebildet sind. Ja, und wenn man das jeden Tag sagt, dann so wirkt Propaganda. Я никогда не думала, что я буду жить в Германии, например, потому что когда я еще играла в Бундеслиге, я не учила немецкий, потому что я говорила, я не собираюсь тут жить, не хочу здесь оставаться. Но так как я вышла замуж, полюбила немца, то есть я устраивала свою жизнь здесь. И так вот как-то я тут оказалась, да. Мы находимся в Бухольце, Нордхайде, это получается северная пустошь. Маленький городок, 30 тысяч приблизительно жителей. Я здесь живу уже последние 6 лет. Последние 6 лет, так как я здесь работаю в школе, в общеобразовательной. Вот мои ребята. Das war richtig gut, wie du das gemacht hast. Ja, richtig gut, ja. Ja, war super. War super. Растебают меня. О, любимая учитель. Не, ну у меня очень хорошие отношения с ними, но не могу ничего сказать. Ha, Pause und ihr seid im Handy und hier drinne. Они говорят, они никогда не в жизни этим не занимаются. Сегодня случайно. Сегодня случайно получилось. Класс, ну, не очень убранный. Как уже есть. Тут у нас пчелы, если вы хотите посмотреть. Занимается тоже у нас, можно пчеловодством заниматься, кто любит. Потому что у нас же А-класс – это экологические классы. Б – это музыкальный, С – театр, Д – спортивный. И у меня с математическим уклоном, с техническим уклоном. Мы müssen noch ein bisschen üben, Luk. Vorsichtig, vorsichtig mit dem Körperkontakt. Я никогда вот не преподавала в белорусской школе, мне не с чем сравнить, но я сама иногда просто в шоке, насколько дети хорошие и послушные. Ну, не просто послушные, именно что тупо послушные, а вот именно уважительные. Ну, свое мнение тоже, конечно, говорят, но это все на уровне, что можно обсуждать с аргументами. Мне это очень нравится. Они знают, что можно и что нужно договариваться, что у них есть это право. Это физкультура. Я преподаю, так как я закончила вот наш физкультурный институт, и поэтому мне здесь полностью в Германии признали. Ну и опушки финал сегодняшнего чемпионата. Это финал, микс, смешанный разряд. Я не помолюсь, а напомню, коли скажу, что зараз
разыгрываюць апошнюю золотую знагароду эліта нашага тэніса. Тут уже есть и чемпионы, и серебряные призеры сёлетняга першынства. В данный момент счет в партиях 1-1, 7-3, уже 8-3 в пользу Самсоновой Лагасской. Я бывшая спортсменка по настольному теннису. Была 2 года в сборной Советского Союза, получается, 13 до 14 лет. Для меня, наверное, был спорт не желание выиграть самой, а как раз-таки возможность путешествовать. Ездить в поезде 2 дня, 3 дня. Ты встречаешься тогда, конечно, с детьми из всего Советского Союза, с разных вообще уголков. И, конечно, ты с разными культурами знакомишься, и твой кругозор очень-очень расширяется. Как бы побеждать — это было для меня как бы tools, ну, средство, как я могу этого достичь. Да, вот как я могу путешествовать. Я осталась, я играла здесь в Бундеслиге, получается, и после вот 2004 года Олимпиады осталась здесь вот как бы создавать семью. Не видела уже больше смысла как бы дальше играть, и у меня уже и интереса не было. То есть уже я 7 лет занималась, 20 лет, я подумала, что можно заканчивать. И подавалась в разные школы, ну, как резюме, наверное, да, собеседование, и попала в эту школу. Wir kennen Lukaschenko so als Diktator, ist sehr, bekommt natürlich viel Gelder aus Russland, ja, und dann ist sehr pro-russisch eingestellt. Und das ist das, wie man seine Kultur und seine Identität, ja, ihr seht, wir haben zum Beispiel hervorragende Schriftsteller und sie darf, ihre Werke werden aus der Schule rausgenommen. Мне мой муж говорит: куда ты идешь? Языка как такового нету, как ты не боишься вообще, как ты не волнуешься? Я говорю: ну, как-то вот посмотрим. Я это увидела, что у меня это получается, и мне директор посоветовал, говорит: ну, закончи институт, чтобы ты могла хорошо зарабатывать деньги, чтобы ты могла получить статус государственного служащего. И я пошла вот географию изучать. И 5-летнюю программу закончила за 1 год. Этим я горжусь намного больше, чем тем, что я попала на Олимпиаду. Потому что 3 маленьких детей, детям было 5 месяцев, получается, 2 года и 4,5 года. Это было вот на моих волевых качествах. Я не ожидала, что эта профессия мне так понравится. Я очень рада, эта профессия дает мне очень много. Развитие эмоциональное, интеллектуальное, кругозор. Ты все время на острие актуальности. Вот, да? Все, что сейчас самое актуальное, потому что дети, получается, ты с молодыми находишься, то есть ты в потоке. Ну, это хорошее чувство, это интересное чувство. Вот наша ученица. Математику учат, Люжа. Вот готовятся, сейчас через полчаса буквально будет выступление на сцене. У них импровизационный театр. Я знаю, что руководство нашей школы всегда было полностью открыто для нас.
чтобы мы всегда могли делать проекты так, как хотели, и что никогда не бывает четких правил, нет вещей, которые запрещены. Получается, концерт прошел, вот 1 июля, то есть уже скоро тоже будет еще один концерт. Вот 16 числа был учитель по мотивации, как мотивировать себя не только для школы, как бы, да, вообще как нейропсихология. Ну, то есть проходят постоянно какие-то мероприятия, но они все мероприятия абсолютно свободная, как бы, да, ты не обязан в них участвовать. Нравится тебе что-то из этого, можешь участвовать. Тебе не нравится, как бы, ну, не участвуй, занимайся чем-то другим. Или вообще не участвуй. Мы müssen jetzt los. Es ist schon 6 nach. Ja? Wir müssen los. Ich kann den Ball wegbringen, ja? Ребята очень любят физкультуру, обожают физкультуру и расстроились сегодня, что последний урок. Последний урок, потому что наш 8-й поток, мы в понедельник едем в лес и работаем там с лесниками. Мы едем на 2 недели. В 5 групп распределены ученики и, получается, работают с лесниками на разных станциях. Я уже была на таком, мне безумно понравилось. Такое погружение, общение с классом, утром подъем в 6 утра. Костер, ужин на костре, ну, все как дети любят, ученики любят, как я люблю. И ночевали вот под открытым небом в спальных мешках. Но я не спала всю ночь, скажу честно, потому что я безумно волновалась, безумно. Но у нас очень много экскурсий, мы уже были и на паруснике, 5 дней вместе мы путешествовали, то есть по Северному морю, там, по Голландии. И была я с классом тоже виндсерфинг 5 дней. Ну, то есть очень-очень много. Мне без 15:08 надо всегда стоять перед классом. 8 часов начинаются уроки, но у нас такой концепт, что ты без 15:08 приходишь. Каждый день без 15:08 перед классом, и мне до сих пор, хотя у меня уже 10 лет стажа, мне это тяжело дается. Именно не вставать, я рано встаю, а именно вот континуитет, это как по-немецки говорится, вот постоянность такая, да, что надо каждое утро, и невозможно никуда не уехать, поэтому я на каникулах всегда уезжаю. С палаткой путешествовать, например, даже вот поехать в Хорватию, на самый юг, на остров, и потом сразу оттуда в Швецию. Я вот как-то 2 года назад летом. Я тогда 6000 километров проехала. Вот как зал вместе с кухней, маленький садик и вот уголок с пластинками. Мой сын, я ему подарила на 16 лет вот проигрыватель, так как у меня в Минске тоже проигрыватель. Это моя дочка Полина. А старший сын ушел, по-моему, да? Он ушел на скалолазание. Да, он занимается скалолазанием. Ну, у меня все занимаются спортом, ну, тоже. Да, у меня 3 детей, да. Старший сын Ян, 16 лет. Средний сын Нико, 14. И Полина, 12 лет. Вот очень свободные дети. И ходят на кухню и лазят в холодильник, несмотря на то, что мама тут занимается делами. А так как мама постоянно занимается делами, то детям уже плевать. Я чувствую себя независимой, несмотря на то, что я воспитываю 3 детей одна. Могу им дать все, что они хотят. Могу позволить ездить в отпуск. Я воспитываю их, они занимаются языками, у них есть репетиторы, они занимаются спортом. Моя дочка едет на море изучать французский. Ну, наверняка я бы не могла себе это позволить в Беларуси, работая учителем, как бы. Все мои дети были в Беларуси, то есть они все ездили, они все были в деревне. Как-то там очень по-другому, чем здесь. Воду теплую нельзя брать просто из-под крана, надо или... Да. Но последний раз, вот, была я 3 года назад. Потом я подписала письмо свободных спортсменов. И с этого момента я больше не была, в общем, как бы в Беларуси.
Но это должен быть уже серьезный повод, как бы, да, или свободная Беларусь. Как бы тогда сразу, тогда первым, вообще первой лошадью. Ja, ihr seht hier meine heißgeliebte Flagge. Ja, wir haben sie jetzt nicht und dafür wird man dann auch sofort verhaftet. Das wisst ihr alle, das sind unsere Nationalfarben. Flag у меня хранился. Реально даже здесь, в Германии, в шуфлядке, как у всех. Ждал своего часа, видно. И вот в августе даже я... В июне я была здесь в Гамбурге, в центре, на демонстрации. Тогда его первый раз с собой взяла. А потом уже в Берлине. В общем, везде... сейчас он везде со мной, как бы, этот флаг. Когда куда-то еду, я его с собой беру. Он у нас и в школе висел. У нас сейчас украинский флаг висит. А так у нас этот флаг тоже висел. И я реально моей школе за это благодарна. Поскольку моим классным руководителем была госпожа Гроссер, Беларусь часто была частью уроков. Я до сих пор помню, как нам сказали, что в Беларуси проходят выборы, и что выборы в Беларуси не являются выборами. А потом мы много об этом говорили и уже говорили про Лукашенко. А я знал, что это страна в Восточной Европе и что там был диктатор, но не более того. Чтобы эта тема оставалась в повестке. Было важно, потому что это будущие ученики, это будущие граждане страны, которые участвуют активно, я надеюсь, после нашей школы в жизни страны, которые ее формируют. И поэтому я вижу, как бы, вот, наверное, моя задача в этой школе говорить про Беларусь, что демократию надо всегда защищать, каждый раз заново, как бы, да, и чтобы они знали и видели, какая-то привилегия. Таня в свое время подняла эту тему на обозрение. Она пригласила к нам журналистку, которая рассказала о своей работе в Минске и как она была в тюрьме. И я до сих пор помню, как ученики были поражены, услышав это из первых уст. Что это происходило всего в нескольких тысячах километров от нас. Что расстояние от Берлина до Минска почти такое же, как до Парижа. Из первых уст. Это очень важно для них. Это не то, что ты прочитал в газете или увидел по телевизору, а когда ты видишь живого человека перед собой, который рассказывает о своем опыте на Крестина, и это они, конечно, были потрясены. Некоторые даже расплакались. Вот. В ноябре 2020-го я уехал за границу. И тогда я узнал, что ситуация в Беларуси вообще не проблема для многих людей. Я был в Канаде, и меня спрашивали, а что происходит в Беларуси? Мы никогда не слышали об этом. Это было для меня шоком, и когда я вернулся, я занялся этой темой еще более интенсивно. Познакомился с еще большим количеством активистов. Бывший ученик будет будущим канцлером Германии. На всяком случае, я вообще бы не сомневалась, если бы он им стал. То есть это Зиксус. Он тоже активно участвует и помогает, и вел, например, вот День прав человека. И Саша Филипенко тоже. И было очень-очень интересно наблюдать, какие вопросы он задает, как он реагирует, что он в повестке, что он знает, кто такая Тихановская, кто такая Колесникова. Как-то я спонтанно написала ему на Инстаграме, приезжает ли он в школы. И он мне ответил. Он написал, что в Швейцарии он приезжал в школы, в какие-то гимназии. И он сообщил, написал, что он проезжает из Швеции в Швейцарию, едет через Гамбург. И мы с ним договорились, что он останется, переночует в Гамбурге и выступит в понедельник. Речь шла о его книге «Бывший сын». Она уже выпущена на немецком, как и многие его книги. Мы выбрали 4 отрывка из его книги. Их читали со сцены, получается, и обсуждали эти отрывки потом. И потом можно было ему задавать вопросы, дискутировать. Было очень важно это мероприятие для учеников. Мне важно, что дети смогли прочувствовать, что те вещи, которые мы считаем само собой разумеющимися, в других местах нужно завоевывать. И что люди готовы отдать свою жизнь за свободу, которой мы просто наслаждаемся. Я думаю, что важно знать, что еще происходит в мире, а не только то, что происходит в нашей стране.
Warum ist das für dich wichtig? Also, warum möchtest du es wissen? Потому что я не хочу находиться в хрустальном шаре, знать только то, что происходит в моем районе. Просто мне важно знать. Мне нравится, как ты вмешиваешься. Родители говорят мне, как мне повезло, что у меня такой замечательный учитель. О, кот, я танку, это слип, я танку. Мы хотели очень кооперировать, сотрудничать с белорусскими школами. И это, конечно, для них была бы очень хорошая практика. И мы встречались в Зуме, и они общались между собой, ученики. У нас было в задумках, были разные проекты, и обмен, может быть, и чтобы они к нам приехали. То есть нам было бы по силам организовать их приезд сюда, расселить. Но, к сожалению, это все не получилось. Ну, потому что контакт прервался, потому что я так понимаю, что это нежелательно с белорусской стороны. Ну, не понимаю, что здесь может быть опасного и рискованного. Но контакт оборвался. Обмен опытом был бы очень важен, и я бы это очень-очень хотела белорусским ученикам предоставить эту возможность, потому что эта возможность есть, и она, ну, это очень все достаточно легко организовывается. И жалко, что это недоступно. Я уверена наверняка, что у нас очень много великолепных учителей, вот, например, с которыми я общалась, да, в Беларуси, очень образованные, очень хорошо знающие свой предмет, очень мотивированные, но, к сожалению, не в той системе. Это вот трагедия этого. А я знаю учителей, которые вот горят и живут, и это тоже прекрасные учителя. И жалко, что они вот эту всю любовь и эту всю энергию наверняка дают очень много ученикам, но, наверное, в системе они бы могли раскрыться и могли бы не сгорать раньше времени, вот потому что, мне кажется, система их пожирает тогда. Вот как раз-таки в Германии привыкла, что ты можешь своим действием что-то изменить. И это для меня стало важным инструментом. То есть так как я раньше этого не знала и вообще даже на это не обращала внимания или думала, ну, все равно ничего не выйдет, как бы, да? То есть такое чувство бессилия. Да, или от меня ничего не зависит. А здесь, может быть, я этому научилась, то, что ты можешь повлиять на очень многое.